с самого начала, когда после прочтения книг Алексеевич, сразу поняла, что это вот нельзя даже спрашивать, нравится или не нравится. Это вот тоже, как ответила Ахматова на вопрос о Солженицыне, «Один день Ивана Денисовича». Что значит «нравится» и «не нравится»? Это должны прочесть сколько-то там миллионов. Ни в коей мере не сравнивая эти две личности, вот я повторю, Солженицына и Алексеевич. Все-таки напрашивается эта параллель, потому что это литература такого факта и энциклопедичности, что, которое просто необходимо знать. Возможно, даже это надо проходить не только в школах. Действительно, надо проходить. Надо, через эти книги надо пройти, потому что после «Архипелага ГУЛАГа», после книги Алексеевич, если их переваришь, может быть, возможно, будет сопротивляться злу, которое, как говорил Бродский, плохой стилист. Но больше всего сейчас сравнивают две нобелевских лекции – Бродского и Алексеевич. И действительно, каждый из них взял с собой голоса. Например, Бродский. «Оказаться внезапно на этой трибуне – большая неловкость и испытание. Ощущение это усугубляется не столько мыслью о тех, кто стоял здесь до меня, сколько памятью о тех, кого эта честь миновала. Кто не смог обратиться, что называется «урби-торби», с этой трибуны и чье общее молчание как бы ищет и не находит в себе в вас выхода. Алексеевич, я стою на этой трибуне не одна. Вокруг меня голоса, сотни голосов, они всегда со мной, с моего детства». В речи на банкете после вручения Нобелевской премии она скажет, что не смеет присвоить эту награду, но понимает ее как поклон многим поколениям советских людей, живших в марксистской лаборатории светлого будущего – поклон их страданиям, их боли. Оба вспоминают Адорно. И ведь действительно, как можно что-либо делать после того, что произошло в веке 20-м? Вообще странно, конечно, что сегодня может удивлять кого-то любой вид зла. Например, допустим, можно прочесть, как какой-то англиканский епископ усомнился в Боге после парижских терактов. Словно не было до этого Холокоста, сталинских лагерей и еще чего-то. Я не знаю, или... Срок давности или то, что было какое-то количество лет назад, теряет свою значимость, и тогда не было голосов? Или это был какой-то урок хотя бы, был извлечен или нет? Вот просто две цитаты. Бродский. «Как можно сочинять музыку после Аушвица?» – вопрошает Адорно. «Человек, знакомый с русской историей, может повторить тот же вопрос, заменив в нем название лагеря. Повторить его, пожалуй, с большим даже правом, ибо количество людей, сгинувших в сталинских лагерях, далеко превосходит количество сгинувших немецких. А как после Аушвица можно есть ланч, заметил на это как-то американский поэт Марк Стрэнд. Поколение, которому я принадлежу, во всяком случае, оказалось способным сочинить эту музыку. Алексеевич. Сразу после войны Теодор Адорно был потрясен. Писать стихи после Освенцима – это варварство. Мой учитель Олеся Домович, чье имя хочу назвать сегодня с благодарностью, тоже считал, что писать прозу о кошмарах 20 века кощунственно. Тут нельзя выдумывать. Правду нужно давать, как она есть. Требуется сверхлитература. Говорить должен свидетель. Можно вспомнить и Ницше с его словами, что ни один художник не выдержит реальности, не поднимет ее. Мы мало что знаем о рае. Разве что Данте мог описать его. Но нам, особенно тем, чей родной язык русский, слишком много известно об аде, поскольку он все время рядом, если не внутри нас. Ольга Седокова говорит: «Светлана Алексеевич – человек огромной совестливости и честности. В последние десятилетия таких людей очень мало среди писателей во всем мире. Ее совсем не тронули позднее настроение постмодернизма, бесконечная ирония и скепсис. Она относится к жизни очень серьезно и принимает всерьез все трагедии этой жизни. Поэтому ее темами всегда являлись разные стороны боли и темы, окруженные молчанием. Она всегда пишет о том, о чем говорить было нельзя, начиная с афганской, чернобыльской или военной прозы. Это темы, о которых другим писателям не хочется думать и говорить, а она не боится спускаться в этот ад. Надо отдельно отметить, что многие несут в себе свой ад. Каждый человек, так или иначе, наверное, в голове или в жизни.
преисполнены страданиями главный из них. Но взять и опуститься в ад другого человека, в ад огромного количества других жизней, без миссионерства и равнодушия, нужно особое мужество и мастерство. Почему ей Нобелевская премия, если вспоминает что-то другой человек и так далее? И вот тут у меня есть хороший ответ. Люди могут воспользоваться методом, так сказать, Алексеевич. Вот такая страна, вот столько людей, пожалуйста, ищите, записывайте, собирайте. И если вы напишете книгу, которую прочтет хоть 5 человек, вам уже повезло. Но книгу о Чернобыле читали миллионы и будут читать миллионы. Дело не просто в методе собрания и так далее. Дело, мне кажется, в перевоплощении в каждого из голосов. Это совершенно невозможная вещь. Вы ведь знаете, что актеры, они в конце концов, это трагические фигуры, потому что они никогда не являются самим собой. Они каждый раз в какой-то роли и так далее, и они не могут выходить из ролей и так далее. А что говорится с Алексеевичем, там тысячи персонажей. Она находится внутри каждой, каждого, и как она перевоплащивается, как она становится Светланой Алексеевич, это же чудо. Это не просто так. Это очень опасный стиль работы. Скажем так, она как космонавт или, я не знаю, как какой-то исследователь, как тушитель пожара на Чернобыле, потому что она тушит пожар внутри человека, который не хочет быть человеком, который хочет быть зверем. И у него появляются какие-то только инстинкты, эстетическое чувство в сторону убийства. В смысле, красиво убить, красиво об этом рассказать. Ах, какого дружка потерял я и так далее. То есть не только романтику, так сказать, но и печаль о том, что не стало Советского Союза. Люди, некоторые люди по сей день не понимают, что произошло. И у них болит, как ампутированная нога, какая-то Грузия, например. Где-то в России такие фантомные боли по поводу Грузии, может быть, по поводу других мест, но по поводу Прибалтики там должно быть. Ой, а Грузии у них еще есть какие-то мечты, что вернут. Но мы постараемся, чтобы этого не произошло. Скажите, вот я тоже задавала этот вопрос, еще раз задам. Красная, она сказала в Нобелевской лекции, что она ошиблась, думая, что красному человеку пришел конец, что история красного человека не дописана. Понятно, вот понятно, о чем она говорит. В Грузии какова реальность красного человека? Здесь, в принципе, я тоже многих встречаю с тоской по Советскому Союзу. Она немножко стилистически другая. Стилистические знаки какие-то. Ну вот все-таки. Дело в том, что в Грузии красные люди, они живы, естественно, они активны, и их можно обнаружить в любой среде. И можно найти их даже среди тех молодых людей, которые родились не в советское время и так далее. То есть некие комсомольские порывы есть. И красный человек не такой простой, чтобы и уйти вместе с красной страной. А в смысле, человек – это как бацилла. Вы помните, что завершение великого романа говорится, что все ликовали, только не ликовал один Бернар Ре, потому что он понимал, что бацилла этого самого чумы никогда не умирает. И он потом описывает, где эта самая бацилла может сохранить себя. Конечно, бацилла советского человека, она не умерла. И она находится внутри, так сказать, не каждого, но как потенциал является
для каждого. И многие заново обнаруживают эту красивую идею, что богатые плохие и бедные хорошие. И просто, просто. Ведь многие дали свои голоса в Грузии за политическую партию, возглавляемую миллиардером. В мечтах, наверное, может, сами себе не признавали, что этот миллиардер принесет деньги в наши дома. Как-то миллион. И серии каждой бабе по мужику. Да. И, знаете, пила в программе Жириновского, я помню, бутылка водки каждому избирателю и так далее. То есть это красиво. В этом плане, это, конечно, советские мысли. Советские мысли, что вот ты богатый, я тебя избираю, потому что ты, естественно, потом раздашь свое богатство, а зачем оно тебе нужно? И я ненавижу богатого человека, но голосую за богатого человека, это очень по-советски. Ненавидеть вообще, я думаю, что люди научили... Всегда была ненависть, естественно. Не любовь, так сказать, определяла все, а во многих случаях это была ненависть. Но в Грузии вот акцент, который был, у нас было так, что мы великие, но нас просто держат. Вот если нас отпустят, мы себя покажем. Вот нас отпустило. Не отпустили, а отпустило. Но мы как-то ничего такого не показали. Очень маленькие шаги в сторону развития. Но они были сделаны все-таки. Да, они были сделаны. Но, естественно, многим хочется опять находиться в том плане, чтобы рассказывать небылицы о себе. Вот сейчас сразу видно, кто мы такие. Вот мы такую страну построили, где вот такая зарплата, такая пенсия и так далее, где отличие между зарплатой, допустим, министра и обычного человека не 5-6 раз, а 50 и 100 раз больше и так далее. То есть мы построили неправильную страну, естественно. Министр не 100 раз лучше, чем обычный человек. И даже член парламента, у которого меньше, чем у министра, намного больше, чем у обычного человека. Это нехорошая арифметика, нехорошая страна. Советский Союз в этом плане, это была хорошая страна. Там даже у Сталина была низкая зарплата, там 15 тысяч рублей, а не 150 миллионов. Это очень... И в этом плане люди, которым кажется, что вот это несправедливость, они тянутся к... Опять к той идее, что уравниловка была бы лучше, намного лучше. И каждый считает, что кто-то занимает чье-то место. И самое главное, что самое советское осталось в наших людях, они думают, что работа – это только то, что дается государству. То есть, допустим, если я преподаю в каком-то университете, там мне платят какие-то деньги – если они платят только в то время, когда я преподаю, но не платят в те месяцы, когда не происходит, то банк считает, что у меня зарплаты нет. То есть банк – это Советский Союз. Они считают, что деньги, они разные. Если это государственные деньги, то я надежный плательщик, а если нет, у меня намного больше, чем при советском, как у лектора, допустим. Намного, намного больше, чем в советское время. Но я считаюсь для банка человеком, у которого нет зарплаты вообще. Потому что гонорар – это не деньги, это Советский Союз. И в банках, и в мыслях. И люди приходят ко мне, они требуют работы, мы говорим, вот хорошая работа, оплачиваемая и так далее. Они говорят, нет, 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 нам хочется, чтобы по штату. То есть государственная работа. Где гарантией стоит вся система государственности. И в этом плане, когда им объясняю, что, например, в какой-то Франции там государственная работа 1%, а все 99% это частные работодатели и так далее, мне говорят, а нам не надо, как во Франции, не бы как. То есть в этом плане советский человек не ищет, естественно. И красный человек, он чего, и даже среди молодых есть. Но, что хорошее, произошло с нами, с грузинами.
А мы не верим в свое правительство. Мы не думаем, что они... То есть я знаю, что некоторые люди, наверное, считают... Ну, что это кажется? Некоторые. Большой процент. 85-86% считают, что Путин сверхчеловек. Какой-то... Здесь? Нет. А, вообще? Нет, вообще. Не у нас. У нас не то, что Путина чужого, а своего. Никто не считает никого никем. И это новый признак нового времени. Все понимают, что все грешны, никто не является каким-то сверхчеловеком. Угу. В Грузии нет ни одного политического лидера сейчас, угу, который признается хоть кем-либо чем-то. Угу. То есть там есть, конечно, вот популярные есть голоса и так далее, но все знают, кто он такой. Угу. Вот этого ореола, угу, святости или божественности и так далее не стало. Это первый шаг к деконструкции советского человека. То есть я уже понимаю, что тот не тот, что надо. И это уже хорошо. С другой стороны, завтра я должен сказать, что я свободный человек, у меня есть свой выбор и так далее. И я должен сам создать свою жизнь. Я должен сам найти свою работу. По крайней мере, кто-то должен что-то придумать. Вот чего не случилось в Грузии. В Грузии бизнесом считается все, что угодно, только не то, что я придумал. То есть никто не сидит и не думает о новой активности. То есть пока не появился ни один грузин, который хоть чем-то был подобен какому-нибудь Стивену Джобсу, который придумывает какие-то гаджеты и потом заставляет вас иметь эти гаджеты в кармане. А в Грузии пока не думают об этом. Пока думают о традиционных вещах, что вот покупаем то, продаем и так далее. То есть в этом плане мы еще не отошли от косности мышления советского человека. Это еще это колониальное, надо... потому что все-таки раньше было. Совершенно верно. И колониальность в Грузии была удобна, потому что мы считали, что мы очень сильные, но нас просто не дают развернуться. И сейчас каждый говорит, дай деньги на первичные деньги, на капитал первичный. А потом я сам знаю, что и требуются большие деньги для первичных. Вот как раз то, что не готов к свободе. Люди, очень мало людей могут начинать маленький бизнес. Маленький бизнес. Ну, может, их не учили просто это? Они хотят сразу великие дела совершить, большие. Но они знают, они... как? Они учились? Нет. Может, их не учили? Они плохо... Нет такой системы. Естественно, и в этом плане у нас вот эта самая лакуна истории. Сейчас мы должны перестроить учебу. А у нас самые главные деньги пошли на преобразование экономики и так далее, но никакие большие затраты не были сделаны в сторону образования, например. Это не Финляндия, это не Швеция, где пихнуты огромные деньги, это даже не Казахстан, где какой-то большой процент дается на образование, несмотря на систему, это даже не Россия, где все-таки деньги на культуру и образование намного больше в процентном отношении, чем в Грузии. В Грузии самое главное, что произошло с грузинским человеком сегодня, это полное уничтожение культуры. И вот только сейчас появляются какие-то первые признаки культуры, которые, естественно, современные, поэтому непонятны для старого поколения. И у нас, значит, сейчас разлив. У нас нет никакого шанса сейчас догнать Белоруссию в этом плане. У нас нет Алексеевич. И у нас вообще нет никого такого масштаба. Что плохо, естественно. Но, знаете, мы будем жить в надежде на то, что если наши братья из Беларуси смогли, если наши братья из Прибалтики достигли столь больших успехов в сторону, то мы тоже сможем. Это очень помогает. Алексеевич
для советских, бывших советских людей, это такая осуществленная мечта о том, что люди, которые здесь родились, в стране которых, мои русские друзья шутили, надо полить и притом и уходить, вот в такой, в таком месте все-таки рождаются гении. Это, конечно, чудесная вещь, что существует Светлана Алексеевич. Но она говорит, она говорит, что, допустим, России, Беларуси, даже скорее всего, Украине, она увидела людей, которые смотрят, уже видят, какой мир хотят. Но она говорит, что мы упустили свой шанс в 90-е и винит в этом интеллигенцию. Совершенно справедливо, что мы должны были меньше петь и на кухне, а больше думать и программы какие-то составлять. Ну, знаете... Здесь я не знаю, как вы считаете. То, что самое интересное у Алексеевича, не как писателя, а как деятеля общественного, это как она критиковала белорусскую оппозицию. Да. А потому что для меня это совершенно невозможная вещь, как критиковать тех людей, которых надо любить и хвалить и чествовать, потому что они попали под самый страшный пресс истории. Но она человек честный. Она критиковала, потому что у тех то же самое. Поэзия, так сказать, и нет реальных вещей. То есть они тоже сразу хотят всю страну. Они маленькие шаги, которые делают эту страну. Ведь Алексеевич сама, это же маленькие-маленькие голоса, которые зазвучали как оркестр, только в ее руках она собирала, она накапливала человека в человеке. Она то, что Достоевский сказал, что надо искать человека в человеке, она этим делом занималась практически. А вот оппозиционеры, они хотели бы в один день сменить все и прийти к власти, что невозможно. То же самое было у нас. Мы бы с вами сейчас говорили бы об Саакашвили, который, кстати, тоже не показал бы ее успех, я абсолютно уверен. Я не знаю, по каким признакам, но придумал бы, потому что он сам герой. А эти другие герои ему никак не нужны, и он тоже не нашел бы общего языка с этой системой. Хотя, конечно, он человек другого мира. Я абсолютно уверен, что мы бы то же самое сделали, как белорусская оппозиция. Мы старались сразу иметь все в один день, не строили никаких программ и так далее. Вот моя партия была единственной, у которой была какая-то брошюра с программой. Mm-hmm. Все над нами смеялись. Потому что кто читает? Нет, конечно. Нет, для того, чтобы осуществить программу одной партии, должна быть у власти одна партия. Это невозможно в Грузии сейчас. И это тоже урок истории. Поливалентность и поликультурность, и, что самое главное, многоголосие в плюрализме. Политика в Грузии осуществляется на самом деле. То есть Грузия живет по принципу романов или книг Алексеевича, то есть много голосов. И есть, но у нас чего не хватает? Не хватает самого автора, который может нас оркестрировать. Вот. То есть собрать в одну. Но не хозяина, а просто вот именно соединить. Одну вещь хочу, вот просто как раз действительно хотела вас спросить, вот элементарно, что вот на чем надо строить общество, человек, почему, я просто маленькую цитату прочту, причем не из Алексеевича, а из Бродского. Она вот элементарный такой случай, у Алексеевича сначала, она рассказывала в интервью, скорее всего, вы читали, как у матери сын погиб вот сейчас на Украине недавно, и она скрывает и не говорит, потому что иначе не дадут миллионы на квартиру ее дочери. То есть совершенно в головах людей происходит непонятная каша, и вот действительно человек человеку что угодно. И вот с Бродского, почему я вас спрашиваю, как такого, вот мы говорили об обществе, из чего, согласны ли вы с этим? Скорее всего, вы читали письмо президенту Бродский Гавелу, но я просто чуть-чуть вот прочту цитату небольшую. «Географические названия или политическая терминология дают не телескоп или окно, но отражение нас самих, человеческого негативного потенциала. Если им надо все-таки написать конституцию,
Возможно, следует начать с признания самих себя и своей истории на протяжении большей части этого столетия напоминанием о первородном грехе. Мы должны выработать новое отношение к нашим соседям и к миру, говорите вы в конце вашей речи, Тунгавелл обращает, и обнаружить его метафизический порядок, который является источником порядка нравственного. Дубровский отвечает, метафизический порядок, господин президент, ежели таковой действительно существует, довольно темен, и формула его структуры – взаимное безразличие ее частей. Поэтому представление, что человек опасен, скорее всего, подходит на проявление этого порядка в человеческой нравственности. Каждый писатель является читателем. Если вы просмотрите полки вашей библиотеки, вы поймете, что большинство книг на этих полках либо о предательстве, либо об убийстве. Во всяком случае, представляется более благоразумным строить общество на предпосылке, что человек порочен, нежели на допущении, что он благ. Таким образом, по крайней мере, существует возможность сделать общество безопасным психологически, если не физически, но возможно также и это. Для большинства его членов, не говоря уже о том, что его сюрпризы, которые неизбежны, могли бы быть более приятного свойства. Вот искусство к свету, а вот общество, видимо, все-таки, как американская конституция, он говорил, исходя из того, что человек все-таки более ворочен. Совершенно верно, я согласен. Это правый взгляд, так сказать, на человека. Я согласен, что левацкие представления, что освободите человека, он сам поймет, что надо делать и так далее, освободили бы мир от таких людей, как политики и так далее. Естественно, я очень хорошо понимаю подтекст, так сказать, этих слов. Дело в том, что это одно дело быть президентом у чехов, и совсем другое дело писать на русском языке и быть гениальным поэтом, родившимся в Советском Союзе. Это совершенно разные вещи. Потому что те, несмотря на коммунизм и так далее, они все-таки в душе как-то оставались европейцами, и с ними не сыграли эту злую шутку, и они не претендовали на мировое господство. И это очень хорошо. Даже такие нации, как моя, они претендуют на мировое господство в качестве некоторых представителей или в качестве некоторых, которые помнят свою историю, когда на Кавказе не было места, где мы не господствовали, так сказать. И многие вспоминают это как некий... Золотой. Не то, что золотой век, а некая картина будущего тоже. Если, то в смысле, к этому мы должны стремиться якобы. И да, я согласен, что человек внутри, конечно... Это там есть знаки и плюс, и минус, но минус преобладает. И это касается литературного качества тоже, потому что я думаю, что то, чем определяется Достоевский как величайший писатель, это именно тем, что он эти минусы увидел хорошо. Но чем отличается, например, Алексеевич в этом плане, кажется, она тоже хорошо понимает вот эту зверскую часть нашу. То есть человек – это животное, но такое общественное, или политическое, как говорил Аристотель. Можно говорить по-разному, но там эта часть животного присутствует. Это религиозное животное, это говорящее животное, это политическое животное. Но это животное. Угу. У него есть знаки, все знаки животного. В общем, животное лучше. Да. Но человек намного хуже животного. Вот в чем дело. То есть это не самое страшное, то, что животное. Человек и страшное не животные и инстинкты. Человек и страшен человек, который направляет эти животные инстинкты на истребление себя подобных. Нет в мире таких животных, других. В смысле, есть борьба за выживание и все такое, но нет массового истребления и нет вот этой мысли, что вот этой страшной мысли, что если мы заставим тебя быть счастливым,
Вот это такое же можно придумать, так сказать. Ты не понимаешь, вот мы тебя убьем, и ты будешь счастлив. Вот это самое страшное. Так что вот этот романтизм политический Гавеля, который сделал его великим человеком, и, конечно, это очень уважаемый, все-таки. Но я бы посмотрел на него, если он был бы русским императором. И Бродский в этом отношении совершенно прав. Но и в интеллектуальном плане это разные все-таки весовые категории. Хотя Гавель был писатель, драматург и так далее. Ну, такого среднего порядка. В политике тоже это все-таки не человек, который решал мировыми судьбами, это символ. Это больше символ, и он о себе все знал. Слава Богу, он не обожествлял себя, и слава Богу, чехи тоже его не очень обожествляли. Я помню, что я был в Чехии тогда, когда он болел, и никто не передавал никаких сводок о том, что с ним происходит в течение многих дней. И мы и были единственными людьми на станции, которые интересовались его здоровьем, потому что остальным было не до него, потому что там шла своя жизнь. И это нормально, я думаю, для них это нормально. Что касается людей, их не надо, конечно, держать в ежовых рукавицах и так далее, но должны быть законы. Поэтому слово «конституция» – это важное слово. Я всегда, ну, например, у меня есть такой пассаж, который я часто повторяю очень, что в Декларации прав человека – это главная, так сказать, бумага 20 века, главное достижение 20 века. Она не согласуется ни с одной из идеологий. Нет такой идеологии, которая полностью с этим согласна. То есть для каждого это некоторый компромисс. Для христианства это большой компромисс, потому что там говорится о равенстве, там даже гендерное равенство, мужчина и женщина, это вы знаете. В христианстве женщина – это никто. Это сделали псевдохристиане. Нет, это даже настоящий, в смысле... Да, конечно, потом было многое сделано, чтобы из Девы Марии сделать хоть что-то, особенно это касается восточной, западной части, да, христианства. Но, конечно, ну вот наш патриарх выступает и объясняет, что вы должны понимать, что мужчина главнее. Хотя все равны. А вот... Ну, патриарх там, это там, еще не христианин, да, не всегда. Да. Это понятно, я имею в виду церковь, да. Трудно согласиться со всеми, но это нечто общее, которое выработано миром, потому что мы устыдились того, что случилось во время Второй мировой войны. Это заставило нас принимать вот эту бумагу, которую невозможно было принимать до этой войны. Это после Освенцима. После того, после зверств, которые мы все совершили, мы догадались, что надо подписываться вот под такую бумагу. Там 30 пунктов, нет ни одной, которая счастливо делает какого-то государства. Там говорится, что можно перевозить информацию, независимо от государственных границ. Это 19 пунктов, это пункт библейский для диссидентов, вы знаете, потому что для нас это было оправданием всех наших действий. Но также там, то, что там говорится, это невозможно было иметь в качестве программы одной страны. Потому что одна страна до такого дойти не могла. Сейчас это обязательный документ всех членов ООН. Ну, естественно, не все по нему живут, все стараются обойти, но все-таки это документ признанный всеми. Никто не может говорить, что... Вот мы не будем жить по этим законам и так далее. Так что Бродский был прав. Нужна такая общая, всеобщая конституция, которая имеет право, как в свое время имел какие-то права законы Божии. То есть есть новый текст. Если следовать по этому тексту, человека можно опустить, так сказать, вот эти минусовые
и зверские, или не зверские, а именно человеческие, но злые умыслы человека можно держать в руках. Алексеевич показал, что у человека в беде, когда вот трагедия рядом и так далее, что-то, какая-то свеча зажигается от доброты. То есть добавляется что-то от, для того, чтобы он как-то спасся. Но, естественно, она слышит не все голоса. То есть для нее нерелевантны некоторые голоса, а то я знаю, что голос Задорнова – это не голос вообще. Это не голос. Да. И он не может попасть вот в этот. То есть это все-таки голоса ангелов. У нее все-таки это люди. Это люди говорят. А есть такие, таких очень много, к сожалению, с точки зрения, так сказать, статистики. Мы проиграли не только битву, мы все проиграли. Но зато мы выигрываем, потому что тенденция, новая тенденция, это все-таки в сторону человечности, то есть накапливается на самом деле. Я думаю, что самое главное, что случилось с нами, нам всем надоела война. И никто сейчас на самом деле не обожествляет войну, нет романтизации войны. Даже военные стали намного человечнее, когда они говорят, и даже им не хочется, так сказать, вот. Вы говорите о западной части. Совершенно верно, совершенно верно. Потому что северо-западной даже скорее. Те военные, которые сейчас увидели новый шанс, но я не говорю о Шойгу и таких. Я говорю о военных. Я думаю, что Шойгу все-таки, это все-таки люди, я не знаю, только что прочел интересную статью о походке Путина. О том, как он держит одну руку, как дергает другую. Оказывается, вы помните, это очень хорошая... Стрелка, что-то походка. Совершенно верно. Походка стрелка, которая одной рукой держит. И это, если не сказать, люди этого не видят. То же самое, как Алексей. Но кто не захочет, тот не увидит. Совершенно верно. Но когда вам скажут, что обратите внимание на правую руку, вот он не вот так держит, а вот левую он так дергает и так далее. И это красиво, когда теория показана. А потом показаны другие люди, которые ему подражают в этом плане. Не стрелки, так сказать. И знаете, это означает, что этот человек особой породы. Он не просто таким родился, его таким еще сделали. Ему помогли еще. То есть в этом плане это некий новый гуманизм, когда мы думаем, что люди, да, они носят, так сказать, себе минусы, но некоторые из этих минусов все-таки взяты из жизни, его обучали зверству, плохим вещам. И, конечно, они, знаете, я всегда замечаю бывших, которых бывших не бывает, конечно, но всех, которые как-то обучены КГБ, я узнаю по тому, как они исчезают и появляются. То есть вы идете вместе, вдруг человек исчезает, вы должны понимать, он из КГБ, потому что его об этом учили исчезать, то есть не проявляться. Это очень важная часть. Хочется, чтобы они куда-то исчезли. Я думаю, что у Алексеевича эти люди исчезли из повествования именно поэтому, потому что они могут это сделать. И поэтому я думаю, что гуманизм – это говорить о тех людях, о людях, которые увидели себя в беде и посмотрели себя со стороны и
и увидели не то что величие и так далее, потому что там есть совершенно простые люди, вот те, которые самовольно вернулись в зоне бедствия, допустим, и которых гонит милиция, и которые рассказывают о жизни там, где нельзя жить по определению, но они живут. Эти совершенно простые люди достигают таких огромных философских вершин, которых Гавель не достиг бы никогда. Дело в том, что в этом плане эта красота, величие простого человека, это, конечно, если бы не был Алексеевич, мы бы этого не знали. Это трудно предугадать, это трудно рассказать. И об этом трудно думать, ведь многие думали, что Чернобыль – это катастрофа. И не понимали, что за этим стоит, а что после катастрофы. И некоторым не хочется об этом думать, потому что это не мой опыт. У нас вообще нет такой станции. Так что, ну, хотя рядом в Армении есть, если бабахнет, то мы почувствуем. Ну, будем надеяться, что такого не произойдет, но я думаю, что то, что написано, Алексеевич, особенно это касается вот тех произведений, где люди меняются. Это «Цинковые мальчики». Эти, когда люди, они идут на войну и возвращаются оттуда. Но потом еще другими, каждый раз другими. Но это урок для одного поколения, естественно. Потом требуется вот такая художественная книга, она в этом плане художественная, которая обобщает это и делает всемирным достоянием, и завтра будет другая война, ведь у Амальрика война была с Китаем в книге. То есть он предположил, что будет великая война с Китаем, которую русские проиграют, и поэтому рухнет Советский Союз. А он угадал, была война, которая была проиграна, но это не с Китаем. И это совсем, это очень интересно, потому что проиграть с Китаем русские могли себе представить. Но проиграть войну в Афганистане, это, конечно, это такой позор. Я абсолютно уверен, что для русских генералов это по сей день является загадкой, как они могли проиграть вот такой войне. Хотя нет в мире ни одной армии, которая может победить Афганистан. Потому что там вы воюете против всего, что движется. И никто, ни персы, ни англичане никогда не достигли никаких военных успехов на этой земле. Но русские всегда считали, что они не... Им не в пример другие. Так что в этом плане, конечно, им сильно не повезло. Я вот просто я возвращаюсь к голосам ангелов, как вы говорите, вот напоследок такой вопрос, на который на самом деле нет ответа даже у Алексеевича. Но я его как-то задаю, всегда задавала и для себя, и когда услышала первый раз, я не помню, когда она где-то сказала, или в книге, я не помню, когда, почему наши страдания не конвертируются в свободу. Она говорит больше о социальных страданиях, но и понятно, что определенная часть. Однако все же это касается так или иначе любого человека. Я понимаю, что потенциально, вернее, сегодня, наверное, нет этого ответа. И все-таки... Вот, я думаю, что это чудесные места в книгах Алексеевича, когда она говорит, чем мы богаты. Это конечно, это вообще другие люди, люди другой культуры трудно понимают это. Что такое страдание и почему люди могут быть этим богаты. Потому что чуточку у нас, у грузинов чуть меньше, у славян может быть больше, есть не только страдания, но есть уважение себя из-за этих страданий. То есть страдания становятся частью самовыражения, так сказать. И человек страдающий – это какой-то идеальный человек, хороший человек. Но ведь часто опустошается человек. Совершенно верно. Но, вы знаете, я думаю, что тут не Алексеевич виноват.
А без страданий не видит человека и не видит развития Достоевского. То есть это некая общая какая-то... Но у всего, вот если страдания безмерные, то, они, то дальше... Они конвертируются. Мы не знаем, как. Они не могут... Это энергия. Это энергия, которая не может не конвертироваться в какое-то другое шасси или в свободу. Конечно, мы просто не знаем. И требуется, я думаю, последняя книга. Дело в том, что я должен вам сказать, что у каждого народа есть свои числа, так сказать. У римлян и у русских, может, у всех славян, я не изучал всех славян, но у русских это число 6. 6 – это очень важное число, занимает уже место, что 5 у некоторых, 7 у некоторых, 9 у грузин. Вы знаете, чем больше, тем лучше, это грузинская вещь. Но это вообще-то 7 плюс-минус 2. Вот это число Роджера. И в разных языках разные. Ну, например, для римлян 6 – это много, 600 – это примерно 1000, ну, когда... Мы говорим 1000 бедствий, они говорят 600. И для славянских культур, если верить Стопорову, Иванову и многим исследователям, это тоже 6. Алексеевич написал 5 книг. А она еще 2 пишет. Она еще 2 пишет сейчас. В них окончить советского человека, я так думаю. А вторая наметит новый путь, может быть. Ну, это, конечно, шутка, это не может быть правдой. Но думается мне, что остается чуточку, как что-то не хватает вот, для целостности. И помните, величайший русский человек сказал, без меня народ не полный. Я так это уважаю, потому что это тоже голос из русского, так сказать, писательского круга, такой совершенно неожиданный. Странноязычный и так далее, я имею в виду Андрея Платонова. Так, вот у Алексеевич, у которой вроде нет собственного голоса, так что мы даже удивились, когда слышали, что она говорит. Это не ее голоса, а это ее личный голос. Это было так приятно. Она оказалась такой человечной и такой восторженной, я бы сказал. Абсолютно детская радость, да. Абсолютно потрясающая. И это было так приятно видеть великого человека, хоть раз в жизни она была счастлива. И я должен сказать, что мне было очень приятно это видеть вообще, потому что люди такие нобелианты, они напускают и все такое, все-таки они понимают момент, там миллион долларов и так далее. То есть, но жаль сейчас из-за, так сказать, того, что шведская корона не очень сильно упала, чуточку не дотянули до миллиона долларов. Ну ничего, можем считать в шведских деньгах, можно по-грузински считать, это будет намного больше, чем миллион. Так что я думаю, что 6-я книга, вообще последние, следующие книги, они завершат историю красного человека. Для Алексеевича. Там мало осталось, там почти ничего не осталось неописанного, хотя, конечно, это такой оказался богатый человек с такими нюансами. Но я абсолютно уверен, что Алексеевич пойдет дальше советского человека. И я думаю, что потому что все-таки самая главная ее заслуга, что она заговорила на понятном для европейцев языке. Она не говорила обычно, что происходит с русскими писателями, если они очень, не очень велики. Обычно русские книги, они очень мрачные. А Алексеевич – это человек все-таки света. И в этом плане ее лучше понимают, чем мрачнейших русских писателей. Величайший русский писатель Шаламов, которого мы очень уважаем и очень любим, и которого
Я не боюсь давать своим студентам, даже студенткам, хотя это может быть физиологически неверно и так далее, потому что может разрушить вообще человека, но все-таки это сильное цвета. Но все-таки он не видел никакого просвета. Он говорил очень по-советски, в том плане, что 2×2=4, никаких отходов и так далее. Он говорил, что нет ничего полезного в этом опыте. А вот Алексеевич говорит, что весь этот опыт – это богатство всего человечества. То есть советский человек не просто так, а это все-таки некая дань, которая была нами сделана. Это подарок остальному миру, что они столько не страдали. И чтобы они не страдали, мы выстрадали кое-что для них. И в этом плане это богатый и полезный опыт. Вот это различие между Шаламовым и Алексеевич, хотя это не различие в качестве, естественно, я понимаю, Шаламова, это величайший человек, все-таки сделало ее понятным для европейцев, а Шаламова закрыли для русских. И для русских интеллектуалов, и для таких русскоязычных, которые, если хоть что-то понимаешь в этом языке, конечно, он для меня тоже пишет Шаламов, и я ни на кого его не променял бы. Но он закрыт, конечно, для европейского взгляда, потому что чересчур мрачный. Нет никакого шанса, так сказать, не оставляет, так не может быть. Хотя, конечно, Советский Союз, вот так трудно реформировать потому советского человека, что Шаламов, конечно, где-то был прав. Но все-таки больше, там меньше гуманизма. Есть полное понимание вот этих страданий, но есть упование этим страданиям тоже. То есть некоторая русскость, может быть, это нам кажется другим, не русским, но мне кажется, что есть некоторое опьянение этим своим страданием. А Алексеевич, это все-таки там все славянские крови, они в том числе, может быть, и западного, так сказать, характера, но все-таки на Украине родилась, то есть больше в сторону, так сказать, Европы. Она заговорила на языке, который становится понятным для всего мира. И, естественно, она вышла на другую публику. Потому что те люди, о которых я говорил, допустим, Шаламов или даже Платонов, абсолютно гениальные, они, конечно, не перейдут никогда ни в какие другие миры, кроме как русскоязычного мира. Потому что одного невозможно представить некоторым людям, а другого невозможно перевести. Так что, вы знаете, есть грузинские переводы всех вещей Платону. Я так удивлялся, когда он это делал, переводчик. Потому что это невозможно перевести. Он, конечно, не смог ничего путного перевести, но не отстает от этого дела. Остался только котлован. Это последний, так сказать, самый главный бастион, конечно, для переводчика. Как он переведет по-грузински, он сделал ему удар в лицо. Я бы еще посмотрел, конечно, если это можно сделать по-грузински. Мы хотим еще раз поздравления Светланы Алексеевичу. Надо поздравить и себя, естественно. Мне приятно поздравить Светлану Алексеевичу, потому что я увидел, что она этому рада. Она, знаете, трудно поздравлять человека, который знает, что он многое сделал, заслужил, и это воспринимается, эти разговоры, как некая какая-то несерьезная попытка привлечь внимание. А с точки зрения Алексеевича, она как грузинка, она... В этом плане. Она каждый раз, все грузинки ведь понимают, когда ей делают комплимент, это часть культуры, а не просто так. Ну, вы знаете. Но они все равно всегда счастливы, всегда восторгаются. Я думаю, что Алексеевич
она не просто заслужила превосходные слова и поздравления, это поздравление от лица всего бывшего, так называемого, советского народа, потому что эту премию она, ну, мы понимаем, что деньги она не разделит, но эту премию она делит со всеми нами, и мы тоже получили эту премию. Мы те голоса, которые она услышала, те голоса, которые она еще услышит, те люди, которые именно в потенциале персонаж. Вот я, например, персонаж потенциальный. Я был бы голосом, о чем-то говорил бы, может быть, с Алексеевичем. И я думаю, что мы, поздравляя Алексеевича, мы поздравляем весь мир, что они нас услышали. И они сказали, я скажу так, существует не только Белоруссия после этого, но существовал народ в Советском Союзе, существовали люди, были люди в этой стране. И эти люди, они были прекрасны. И Алексеевич именно один из этих людей, хотя она, конечно, собирает образно всех, но она лицо эпохи, а не всякие Путины и так далее. Она, естественно, она возьмет на себя в истории, будет сказано, что это была эпоха Светланы Алексеевича, а не эпоха, так сказать, маленьких полковников. Спасибо большое. Спасибо вам.